зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу, павильон. Шириной 6, длиной 7 метров. По сути, это будет не теплица, это будет навес над бассейном. Вот каркас бассейна на тележке тут стоит уже внутри. Все это дело будет на брусе, таком красивом. Цвет палисандр, сам каркас. И поликарбонат бирюзового цвета. Пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Каркас павильона мы построили, зафиксировали к основанию, все выровняли. Сейчас будем крыть стены, окончательно прокручивать. Вот прогоны на крыше, половина еще не прикручена. Покроем стены, останется покрыть крышу. Завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня павильон. Это будет павильон над бассейном. Шириной 6, длиной 7 метров. Разрезная дверь с форточкой у нас с каждой стороны стоит. Вот так это все красиво выглядит. Сразу видим стеновые форточки. Открываются одна направо, другая налево, навстречу друг другу. Пойдем вовнутрь. Внутри у нас основание для бассейна тут на тележке. Уже готово. Еще в другой стене две стеновые форточки. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Основная арка, подпирающая 20 на 40. Арки в виде ферм. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет бирюза. Поликарбонат здесь тоже бирюзовый. Дверь кто-то не закрыл у нас. Не надо так. Дверь надо либо закрыть, либо открыть на крючок. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, цвет бирюза тоже. Он такой приятный глазу. Свет внутри, трава зеленее и солнце ярче. У полика все торцы защищены торцевым профилем. Для большей жесткости каркаса установлены диагональные усилители. Сам каркас стоит на брусе. Брус 100 на 150, пропитан антисептиком, цвет палисандр и закреплен к земле с помощью якорей. Пойдем снаружи. Глянем с другой стороны. Очень такая объемная конструкция. Высота в коньке в районе 3,5 метров. Плюс на такой симпатичной лужайке из искусственного газона все стоит. Все смотрится супер. Вот такой отличный павильон у нас получился. А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.